районе Патрокла водитель седана потерял контроль над своей машиной, в результате чего она потеряла управление и врезалась в леерное ограждение. Авария произошла на автомобильной развязке в районе крутого поворота с улицы Бархатной на Катерную. Опытные водители знают, чтобы войти в него, стоит снизить скорость. Водителю автомобиля Honda Accord вписаться не удалось. Машина двигалась со стороны Русского моста, за рулем седана находился молодой человек. Он рассказал, что ехал по крайней левой полосе со скоростью не более 50 км в час, но легковушка неожиданно потеряла сцепление с трассой. Ее занесло, и не снижая скорости, она врезалась в леерные ограждения. Рулевой винит во всем неубранные с обочины песок и грязь. Honda Accord не на ходу, и водитель вызывает на помощь эвакуатор. Но достать автомобиль сразу не получается, он застрял. В результате аварии никто не пострадал. Что же касается машины, то ей, мягко говоря, досталось. Автомобилю предстоит дорогостоящий ремонт.